Напрягайся. Ты прям мяч видишь. Напрягайся. Ага. Так. Давай тоже переворот. Вперед. Давай. Толкай, толкай, толкай. Давай. И. Да. И. Держи. Вот. Ноги ставь. Дальше ноги. Да. И. А ты же можешь так через прямо. Да зависит через бок, ты главное вытянись вверх. А ты не вытягиваешься, ты раньше времени начинаешь падать. Дольше держи руками. Дольше руками. И кисть закручивай. Ира. О, другая сторона. Да. Руки скажут сюда. Зачем? Ну вот. Ты передумывай. Ты начинаешь напрягаться, прям введи ее до пола. Ага. Более-менее, ну ноги почти прямые. Прямые, вот. Ты все равно подсохнула в конце. Так, держи. Вот тут. И теперь выжимай. Давай, и прям толчком. И подмахни ногами, сделай подмах ногами. Прям чуть-чуть заведи ноги за голову, чтобы ты лежала на подбородке, и это может быть на голову. Нет, этого нам не надо. Нам нужно именно поднять стоит. Держи. Задержи сначала, задержи сначала, а потом только поднимай. Ты хочешь силой поднять? Тебе надо напрягаться тогда, ты должна прям... Больше через прогиб и прям толкать себе, чтобы именно силой вытащить. Напрягай. Нет, ты делаешь подмах. Напрягай, прям толкащи. Прям вытащи. Мне тоже сюда? Нет, тебе надо вот так. Я просто не хотел показывать. Напрягай ноги. Ноги, видишь, уже падают. Наташ, ты подаешь сразу голову вперед, падаешь. А ты должна остаться. Тинка хорошая? Давай переворот назад поделай. Назад давай. Давай вперед поделай. Верь в себя, ежик. А? Ноги за голову. А что передумала? Прям вытянись туда. Смотри, как делаешь ты. Видишь, они упали. Как делать нужно? Нужно максимально тянуть потолок. И работать только руками, а не ногами. Пробуй, пробуй теперь. Сама давай. Давай, давай. Пробуй. И за голову. Вот.
Это другое дело. Нет, опять выстрелила вперед. За голову тяни. За голову. Вот тут. А ты их выпрямляешь назад. Сейчас тебе кубики кину. Катя гину в тебя. Давай. Напрягай ноги за голову. Вот. Вот тут держи. Вот правильно сейчас было, да. Я вытолкну немножко. Плю. У меня в связке была придумана тема. Короче, вот этот переворот назад на грудь, с груди обратно в стойку, со стойки гелик. Это было давно, я... Вот у меня так же. Руки, блин. Надо пень, либо что-то на чем-то учить. Надо сначала обычный дала сала, а потом ноги вместе. Да, да, надо сначала накручивать. А? Да, я делал когда-то. Это было давно. За голову! Нет, опять делаешь подстрел назад. За голову, за голову! Вот, тяни, тяни! Не надо, так страшно на самом деле. Сделай как сможешь. Что ты хочешь? Смертельный номер, подожди сейчас. Флай? Гелик? Нет. Спичак? Ой, не локти-то. Я говорю, я напрямую здесь не умею. Ну, сделай пока-то. Держи. Вот почти так оно. На меня кидай. И, ну, с таза. Давай назад. Положение просто там два тоже девочка. Геликоптер не хочешь сделать? Попробуйте, замахнуть ногой и толкаешься кожей. Постойте так, попробуйте так. Так вот, руки сразу за голову. Почему вы руками держите? Руки сразу туда. Да, давай, давай, давай. Ногу выпрямляй. Сделай лучше. Да, теперь пробуй выпрямить. Да, прыгай. Это вот это, да? Она у тебя просто так стоит, она должна толкаться. О, ты ей не толкаешься. Ты стоишь и все. А ты не можешь толкнуть таз. Отойди, как сможешь. Давай. Делай давай. Вот такие коряги. Выше таз поднимай.